что там снимаешь? Там же нечего снимать. Я снимаю релакс. Да, релакс. Мама, что если стекло разобьет? Что если, мама, что если толщину разобить молотком? Ну, я уже говорила, что такое здесь наводнение. Такое стекло, что его даже молотком не разобьет. И забор наводнения. Ну, наводнения не будет, тут не так много воды, но все равно будет вода. Пойдем. Мы еще в зоопарке гуляем или нет?